Привет, ребята. Мы едем в Миргород. Нам нужно будет сделать ванное отопление, поэтому нужно брать все необходимое для этого. Это будет труба, батарея и тому подобное. Сделаю потом маленький обзор. Давай доставать. Характеристики сними, кому надо будет интересно. Угу. Так, дальше. Гарантийный талон. Угу. Вот это 5 секций. Нам обошлось в 1015. 203 одна секция. А в других магазинах мы смотрели по 230 одна секция. Поэтому цены разные. Такая. Сейчас, Анна, подожди, я сейчас принесу. Покажу еще заглушки. Угу. Такая симпатичная. Белая, как раз для белой ванны. Будет очень красиво смотреться. Вот это вверх. А, обратная резьба. И обратная резьба, ребят. Как же этот замок называется? Спускать воду. Так, спускается вода. Такая вот батарея. Берешь, крутишь, спускается вода, воздух. Воздух, ага. Вот такая вот будет батарея. Так с ним подставим. Угу. Ну все. Классно, для ванной 5 секций достаточно. Там было 10 секций, можно сколько хочешь, да, подкручивать, да. Если нужно будет. Вот это заглушечки. Вот американки, это входа. Американки. А куда ты их будешь вкручивать? Куда? Сюда, вкручивать? Батареи. Вот сюда. Угу. Сейчас покажу. Вот это, допустим, вход. Где? Угу. Вот. Угу. Сюда припаемся, тоже вход. Вверх. И вот вниз. Американка сюда, а сюда будет, а сюда что? А сюда вот у нас идет вниз заглушечка, такая вот заглушечка. И воздух по нему спускать где-то, да? Это вверху. Сейчас подождите. Вот в ванной мы начали ложить вот такую плиточку белую, но это только начали ложить, потому что мы ободрали свою плитку старую, и вот такая плиточка теперь у нас будет лежать, и вот здесь мы повесим эту батарею, вот сюда, на эту стенку. Вот. Ребятки, девчонки тоже там подкупились, да. А пока я ходила с документами, и девчонки там ходили, да. Что-то с бабусей и с папой покупали, да? Первое, это ручка. Вот. Это не ручка, это карандашик, это карандашик. Какой-то невсенький. Представляете, если нажимать, то он убольшается до великого размера, может даже вот такой. Колечко, Настя, смотрю, купила красивое, да? Да? Угу.
Ребятки, вот такую заколочку мне Сережа купил. Пока я ходила по делам. В общем, я меняю фотографию. Она что тут у меня вымазала. Девчонки накупили ручки, я уже руки вымазала. В общем, мы приехали с Миргорода. И это уже следующий день. В общем, мы на следующий день поехали в Богачку. То есть, это получается, я буду монтировать и вчерашний день Миргорода, и сегодняшний Богачка. Вот. И так как мне исполнилось 45, я сдала свой паспорт, чтобы мне делали, ну, как бы фотографию же, там клеют. Вот, и пока я там ходила с документами, ну, пришла мне, Сережа сделал вот такой подарочек, смотрите. Говорит, на свой вкус тебе купил, как вам? Молодец. Ребята, купила вот такую краску, слегка розовую, хочу покраситься. Также взяли переходнички, будем паять. Давай ключ. Я возьму туда. На. Где Барсик? Барсик! Приехали до бабушки после Миргорода. Тоже девчонки покупки там бабушкины рассматривают. Что там бабуся купила? Это уксус. Ого, хлебушек купили, какой большой. Батонище. Только тут 1,5 килограмма, наверное. Что за батон такой? Ну, коровяк. Семейный. Шишаков дешевле. Мы брали филе. Ма, вот так ходит на плов. Мы брали филе шишаков по 66, а в другом магазине по 90. Вот это разница. Сейчас пойдем копать бабусе картошку, поможем ей немножко, хотя бы 3 рядка, да, Сереж, выкопаем? Да. Да. Надо уже помогать. Уже пора. Да, Сереж? Да. Уже люди копают картошку. Мы еще свою не копаем, у нас еще зеленая. Ого, вы большущие. Да вы что, такую огромную взяли, и сколько она? 140 с чем-то гривен? 350 грамм. Так это недорого, Сереж. Ну да. Это ну, ты, по 50 наверное. Рублей. Это ты, наверное, да, захотел? И сколько вы спустили? 750. Так правильно. Ну, вы мясо больше набрали, да? Так мясо ждало. Где? Насыпать вот сюда. Ой, пахнет как. Сереж, наколоти мне кофе. Сейчас, какое оно ароматное. На полгода бабуся такой пачки. Ого. А что на? Бабуся, а ты оторвал, может, больше. А дай бабуся. Переодевается. Бабуся. Может, и неправильно. В общем, девчонки остались с бабушкой, а мы с Сережей поедем, поможем немножко картошечки выкопать. Потому что огород находится не рядом. Ну, тут немножко пройтись. Но, тем не менее, мы поедем на машине, чтобы можно было картошку увезти. Но мы еще свою даже не пробовали копать. Это только для еды берем. А так, чтобы выкапывать на зиму, нет. Еще у нас она еще зеленая стоит. Так, ну что, Сереж, ты мешки взял? А мы один мешок. Отвезем баночку. Ага. Сейчас мы отвезем баночку. Брали мед. Поедем на огород. Вот подъехали до огородика. Сейчас посмотрим, какая картошечка уродила. Ну так, с 5 рядков у нас вот так получилось. Неполный мешочек. Рядки тоже узенькие, небольшие. Ну, в общем, не очень картошка. Вот такая картошка, вот как в узыке. Вот такая вот и в мешке. Поначалу думали, что картошка в этом году будет хорошая, но потом она, видно, перестала расти. Но зато капусточка хорошая. Капусточка зато хорошая. 5 рядков выкопали мы. А еще мы накопали. Ну, вот мешок стоит. Вот этот мешок мы выкопали. Из 5 рядков вот столько получилось.
Это хорошо или не очень? Это хорошо. Лучше, чем в прошлом году. Ага. Все, ребятки, закончилось наше сегодняшнее путешествие. Уже 3:30. И мы уже дома.